В ближайшие выходные Барнаул станет столицей краевых шахмат. В финале сельских спортсменов в категории блиц, где время на шаг ограничено, сойдутся 12 лучших мужчин и женщин. В категории рапид, где каждому игроку дается час игрового времени на партию, примут участие 10 лучших по итогам полуфиналов. Напомним, более 100 шахматистов из районов Алтайского края приняли участие в отборочных турнирах за право сыграть в финале регионального сельского первенства. А вот любители танцев могут прийти в спорткомплекс «Победа». На краевые соревнования Кубок Алтая заявилось около 250 человек. От самых маленьких до взрослых. Зрители увидят классику танцевального спорта – вальс, самбо и ча-ча-ча. Эта девочка такая, прямо девочка такая, в общем, девочка такая, я на ней женюсь. И на десерт его величество футбол. 29 мая в Темпе пройдет 7-й кубок журналистов, посвященный памяти коллег, освещавших спортивную тематику. В этом году борьбу за главный кубок проведут 4 команды. Сборная ведущих, региональный Минспорт, Алтай-пресс и, конечно, команда Сибирской медиагруппы. К слову, на прошлогоднем турнире наша команда впервые в истории выиграла золотые медали. На этот раз предстоит кубок защитить. Начало матча в 15:30. Дмитрий Дроздов, «День с толком».